Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Да вы должны просто понять, есть только один путь у человека в жизни. Это просто побеждать судьбу. И люди, они не понимают, что судьба не зависит от человека. Вот если у вас судьба хорошая, вы с любым человеком будете хорошо жить. Надо побеждать судьбу, а не человека. Вы все побеждаете человека. Человека не надо побеждать. Вам Бог дает того человека, который вам положено. Прошлый вообще дрался, по-моему, да? Ну, ведь сейчас уже получше. Это точно. Ну, так значит, надо дальше двигаться вперед, побеждать судьбу. Не нужно останавливаться, не нужно думать, что я найду себе лучше. Это все глупо так думать. Потому что в вашем случае дальше лет 6 одиночества. Потом будет хуже, а не лучше. Вот это самый лучший вариант у вас. Он хороший, он же хороший человек, он сильный, сильный, принципиальный, добрый. Просто вы упрямые, с вами очень трудно жить. Я бы, наверное, не смог. А он терпит нормально. Вот не понравились слова. Молиться надо учить. Я понимаю все, да, но эмоции совсем другие. Все нормально, все будет хорошо. Надо просто молиться, побеждать судьбу. Человек хороший достался. Терпит, ждет, спасибо, никуда хорошо. Не уходит. А как спасибо. Не уходит, а прошлый год есть? Ну, просто сломался, как бы срыв был. Тяжело же вот так жить. Сорвался. Невыносимо так жить. Ну, сорвался он, как бы. Все, сейчас нормально, расстался. Пытается с вами строить отношения. Вы капризничаете все время. Я поэтому и говорю, что надо сначала себя в порядок приводить, а не человека. Я капризничаю, к нему подходишь, он дергается, он от меня отходит, он со мной не спит. Я не знаю просто, с какой стороны подступиться к нему. Нет, вот я сегодня вижу, что он по-доброму к вам себя вел, вы дергались. Вот сегодня, вот я смотрю в сегодняшний день, вижу. Сегодня он меня на лекцию пустил. По-доброму очень. Вместе даже. Ну вот. Доброго нет, потому что. Вы сейчас по-доброму к нему сказали о нем? Или со злобой? Нет, я не могу уже давно по-доброму. Ну вот об этом я и говорю сейчас. Что вы сами злитесь. Надо над собой работать, нужна молитва, нужно успокаивать свое сердце в молитве, побеждать изнутри судьбу. Никто не виноват в наших проблемах, кроме нас самих. Вам дали, Бог дал хорошего человека, вот живите с ним. Лучше больше не даст все, вот будет только хуже. Следующий будет старше вас и в депресснике находиться в глубоком. А вам уже не будет выбора, потому что вы замучитесь от одиночества. А? Поймала судьбу. Вот молитесь. Не надо выпендриваться перед ней. Почувствовала свою судьбу, сейчас она испугалась.